Босс, проснитесь. Идем по вашему плану. Что мы звуки? Пора нам выбираться. Давайте вперед. Ну что, дорогу? Что-то не понимаю.
Давайте подкрепление, если вам так тяжело. Всего лишь там несколько охотников. А вы здесь потом потому что у вас стоит. Вижу пончичек моего бойцу и остался на базе. А Рита курит, как он хочет поговорить. Походу, а тут не ветеринный нашел. Я думаю, нам и это уже хватит. А тут что у нас? У нас то, что сила. Сила не один. Капитан, как у меня тут уже выпьет, я пойду к бойку. Докорный боец, причем сюда. Я прототип. Они нестабильные. В смысле? А то, что вас может во временной петле затянуть. Ты мне чем-то угрожаешь? Нет, просто будьте аккуратней. Хорошо, хорошо. Так все-таки что будет? Сюда мне подводил рыбу под штукатуру. Ну, тут использую. Боец, ты сделал неправильный выбор. Ты не должен был разорвать меня. Я одобрил тебя. Знаю, что это вкусно. Я тебе прийти с моего пепетли. Да, 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 это брось. Это у меня было. У тебя, наверное, куча вопросов. Я и... Зачем они? Это слишком. Тебе еще нельзя знать об этом. Со временем появится. Не удивляйся, если я от своего не останусь только силой. Твои бойцы, все твои подопечные, просто уйдут. Ты будешь единственным рядом, за которого целые будут готовы атаки целыми мертвыми. Будешь сам уйдут. Я буду на атаке его подсказывать. И иногда... Будет мать.
Mm-hmm.